В начале 70-х, когда пошла битломания, ребята хотели иметь длинные волосы, играть в ансамблях, девчонки носить колокола, а мы клёш. Ну, кто ж это даст? Вот. И чтобы появиться на сцене и играть в школе, то надо было петь либо военные песни, либо народные. И тогда уже нам давали киноаппаратуру, усилитель, и мы как бы комбинировали. А девчонки пели: «Ах, война, что ты сделаешь, подлое». Остался кто-то на чужой.